Ачинская школа номер 12 стала пионером на западе края. Благодаря победе в краевом конкурсе в учреждении создали современные условия для обучения детей с задержкой умственного развития. Также здесь откроют первый класс для детей с другими ограничениями здоровья. Школа номер 12 – одна из старейших в Ачинске. Ей 80 лет. С особенными детьми здесь начали заниматься еще с 2008 года, готовя базу для новых стандартов. Есть у нас классы отдельные для данной категории детей, а есть, где дети обучаются с детьми норма. И здесь происходит быстрее социализация, всестороннюю помощь оказывают узкие специалисты по работе с этими детьми, консультируют также дополнительно родителей. В школе обучают не только ребятишек с отставанием в развитии, но и с опорно-двигательными проблемами. В работе с особенными детьми применяют современные методики. Приобретено новое оборудование. На это потратили почти 700 тысяч рублей. Педагоги прошли обучение. Теперь здесь есть профессиональный психолог, логопед и дефектолог. Всего в крае определили 20 пилотных площадок по введению новых стандартов. Мы посмотрим, как можно будет достичь тех результатов, которые обозначены в требованиях стандарта. А в этом году у нас две только школы, которые уже работают в соответствии с требованием федеральных стандартов. Еще раз повторю, школа номер 5 работает с детьми с задержкой психического развития, школа номер 12 с детьми с интеллектуальными нарушениями. Одна из главных задач педагогов – ориентировать учеников на выбор профессии. В мастерских юноши выполняют от самых элементарных до крайне сложных заданий в резьбе по дереву. В школе дают и базовые навыки поведения в обществе. На уроках технологии не столько учат готовить и сервировать стол, сколько выстраивать отношения в семье. Свою дочь, мать пятерых детей Наталья, перевела сразу, как узнала, что здесь открыли специализированный класс. Все есть. И продленка, где она реализуется сама как личность, и самоподготовка, и все. И ходит на секции, на кружки. Ей нравится ходить сюда. Как она возвращается домой, это желание что-то делать, новые способности, кто у нее жить и вышивать. Повсеместно новые образовательные стандарты по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и особенностями умственного и психического развития начнут внедрять с 2016 года. Примером станут такие школы, как номер 12 города Ачинск. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.